Привет, друзья, с вами Зверько, и хочу коротко ознакомить вас с изменениями на тестовом сервере, связанными с героем Чане. Пассивка. Ранее пассивный навык ускорял перезарядку активных. Теперь же, каждый раз, попадая по герою противника, Чане накапливает стаки. Накопив их 40, она увеличивает магическую силу на 40 единиц. И так все время, то есть с каждым накопленным стаком она становится сильнее. Чем дольше бой, тем, соответственно, сильнее. Максимальное количество стаков проверить мне с таким пингом не удается. Но есть одно но. При каждой смерти 15 стаков теряется. Но это не касается уже перешедших в усиление магической силы. Первый навык. Избиение кроликов-кротов сменили на очень приятный навык. Чане призывает озеро, которое замедляет противника, а потом притягивает его в центр. Пусть урона и немного, но это массовый контроль перемещением и массовый урон. После нанесения урона замедление продолжает работать короткий период. Второй навык. Вместо 3 медленно летящих снарядов, Чане выпускает их 5 и более динамичных. Чтобы накинуть стан, надо попасть хотя бы 3 снарядами в противника. По-прежнему это не останавливает Чане, а ускоряет подобно навыку циклопа. Ульта почти без изменений, лишь увеличили скорость начального снаряда, и уже это благотворно сказалось на нанесении урона. Герой стал гораздо играбельнее и динамичнее, что не может не радовать. Коротко о других изменениях. Сану добавили в первом навыке клон, который теперь преследует врага. Во втором навыке ускорение после прыжка для него и клонов. Изменили интеллект компьютерных противников и довольно давно. Теперь они нападают из кустов и иногда фармят лес. На этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!